Я включил. Дай войска. Don't touch me. Ребята, привет, с вами Михаил Магуайр, и сегодня тот самый день, который ждали многие подростки. Мы находимся на гонке «Ракетные тропы 2.0», это гонка двух районов. Это 13-я гонка, по которой проходит в новом месте. Сегодня самая эмоциональная, самая яркая, самая мощная, самая многочисленная гонка, которую реально можно посмотреть, да? То есть это не просто, вы куда-то уехали, если забыли. Нет, сегодня у нас кольцо, здесь рубится, у нас заявлено больше 30 человек, поэтому... У нас три категории, это любители, это категория спорт и экстрим. Конечно, самое жаркое будет в экстриме, но пока мы ждем старта. Идет маленький митинг, участники задают вопросы, организаторы на них отвечают, и мы пошли знакомиться с трассой. Ждем старта! Поскольку здесь деревьев мало, а квадратиков одновременно может быть много, нам надо дополнительно ягоду подправить. Роль которой будет вступать квадроцикл. Деревьев много, сухой 500. Сделаем сейчас ознакомительный круг с ребятами. Они ничего не понимают, ленточки не видят. В общем, я не знаю, после вчерашней гонки, видимо, просто уже мозги работают совсем по-другому. Посмотрели. Прогульнулись, как обычно, интересуемся трассой. Прежде чем поехать, надо сначала ножками прощупать, а потом уже стартовать. Хорошая. Результаты вещь. Будут потом. Сейчас сначала любитель, экстрим, потом спорт проедет. Трасса меняется каждым кругом. Подготовлена речь. Понятно все. Хорошая трасса, рабочая. Видно, что постарались ребята, подготовили для нас. Вот, там пару речек есть таких интересных. Дно такое чуть илистое, но внизу твердое. Выезды есть сложные, главное, есть места лебежения. Да. Поэтому посмотрим, поработаем. Посмотрим, да. Я думаю, что организаторы сделали хорошую, красивую будет гоночку. И зрелищная, самое главное, зрелищная. Всем удачи. В общем, смотрите, последний момент. Как настроение перед гонкой? Отлично. То есть через двор пролетать там на бешеной скорости не надо. Во-первых, ну что, мы уставшие, но готовы. Отходи, все. Никого обгонять, то есть ехать в двор вдвоем. Все, в принципе, наверное. Да. Если желтый флаг, внимание, если красный флаг, гонка остановлена.
Роман, читал? Конечно, читал. И гораздо это газует. Все другие аналюя. Если бы не лента, был бы чемпионом. А в регламенте-то как за порыв ленты? Что там? А? Минус круг. Красавчик. Вот это да, вот. Поаплодируем. Да, да. Регламент читает. Плюс круг. Что минус, что плюс. Да, да, да. Молодец. Красавчик. Расскажите, как? А я не знаю, я за грибами приехал. А тут ездит условия самое начальное. Наверное. Да? А тут ездят все расписные, гонятся за грибами. Поды тебе. Да. Скажи, пожалуйста, насчет трассы. Ну, трасса, как обычно, в Иваново на ракетах. ВДСМ. Ну, прикольно, что. Ну, лебедки были. Ход был. Ну, трасса вот-вот. Провели время, классно, приезжайте. Руслан, ну, с организаторами молодцы. Пятерка. Как тебе гонка? Скажи пару слов. Скажи, круто. Круто. Надо было проситься кому-то. Еще раз, мы все ситуации будем глазами смотреть. Но в правилах черным по белому написано. Поэтому, контактной борьбы никакой быть не должно. То есть все по-честному. Вопросы? Вот бы начать. Все! Прощения, но сейчас будет жестко. Меньше слов, больше дел, короче. Очко сжал, газ зажал, короче, пожал. Nine.
building my way to the top. You get in my way, you know that I'm a renovate. You know I'm about to lock it. All my mom said they was looking for just like the lock this. Looking they gon' knock me, got the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. No, it's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable. I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jump the gun. If they go against me, then they done. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. No. I don't know it's gonna be in first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. You know I'm about to lock it. All my mom said they was looking for just like the Loch Ness. Looking they gon' knock me, got the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at. I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. No. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. Про трассу, про гонку. Очень хорошо, все очень понравилось. Первый раз. Трасса, лебедочка, есть где полебедиться, есть где побегать, есть где прыгнуть, есть где разогнать. Доехал до первой серьезной речки, спрыгнул, начал выходить, у меня заглохло. Не могу понять, что такое, потерял ключ. И вот здесь вот это получается у меня байда. Все, не было ключа. Еле нашел, продолжил гонку. Так, в целом, все нормально. Единственное, все пластик поотдирал. Все хорошо. Будем ехать дальше. Но не сегодня. Ключ вылетел, получается. А эта байда туда упала, в мотор, все. Ее нету. У меня ни ключа, я потерял его. И этой нету. И все, я не знаю, что делать. Быстро оторвал пластик, нашел ее там. Отсюда руками ее вытащил. И все зафиксировал, чтобы она вот так была. И поехал дальше. Боялся, там два тоненьких проводочка. Боялся, что они сейчас перетрутся и на этом гонка остановится. Ну, видал, что получилось? Руки-крюки, а делать умеют. На секундочку. Все, весь акцент сейчас на спортов делай, на нас не делай больше акцента. В смысле? Все, снимай сейчас. Старшие дядьки поедут, взрослые, на опыте, короче. Мы так чувствуем это. Второе дыхание только что закрылось, получается. Сейчас будет третье открываться. Открылось третье с паузой. Братышка, там было такое. Ты какой приехал? Цепочка упала. Походу там. А, потекло. Ништяк. Все, брат. Все, братан, отпускай. Так, тебя, а может, отнести? Не надо. Я включил. Один здесь, брат, один здесь. Ну что, провели брифинг. Сейчас самая, наверное, массовая, самая яркая, самая мощная категория. Это категория спорт. Это ребята здесь бьются за звание мастера, кандидата мастера спорта. Жара максимум, техника перегрета, эмоций будет масса. У нас уже есть шикарные кадры, обалденные, поэтому ролик будет огненный. Поэтому, ребятки, на старт, погнали! We'll be right back.
in the playback. Dang, but tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal. Take the meal. Флаги, хорошее настроение и квадроцикл. Кажется, я упал. Это вам не на РДСах сидеть печеньки жрать. Здесь настоящие парни с флагами, блин, как настоящие воины. Снимают оффроуд. С грязью на лице. Фу. Спасибо. Так, второе место. Боимся, что подарки перемешаются. Ура! Ура! Здесь как бы очень напряженно. Минуточку, парни, все похлопали! В первую очередь хочу сказать слова благодарность и, как это правильно выразиться, в общем, хочу поблагодарить свою команду, которая сделала очень многое для того, чтобы эта гонка состоялась, для того, чтобы вы сюда приехали, покатались по нашим местам, чтобы все было здесь хорошо. Как бы сейчас просто небольшие сувенирчики для ребят. То есть, ну, вы знаете, то, что я там, бывает, немного люблю заморачиваться. Apple Watch, да, в этот раз? А? Коробочки получаются. Да? Нет, вы знаете, то, что я, бывает, заморачиваюсь на некоторых моментах. Вот, то есть, у нас тут такие, у всех финалистов есть кружечки, именные ракетные тропы. Начну с бродяг. Ребят. Гош, давай, иди сюда. Бродяги, давай. Еще Сережа. Как говорится, всех наблюдать лицо. Братан, ты процент. Да. Подними, брат. Давай, вот. Давай. Да, это наш, это моя база. А кто когда еще? Да. Моя база. Вот. Я скажу, бля, когда еще я сфоткаюсь первым. Игорек, Ваня, два Сережки, то есть это бродяги, моя команда, как бы, которая помогала сделать вот эту гонку. Красавцы. Go, 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 go.
сами, да, мы погнали. Ладно, маленький сувенирчик. В общем, давай. Еще помогала мне также в этом участии команда Prime Team. То есть участником этой команды я также являюсь, к сожалению, или к счастью. То есть ребята помогают, сейчас эвакуируют технику, скоро сюда приедут. То есть мы, надеюсь, они успеют до финального награждения, то есть мы продолжим все с ними. Гонка выдалась отчасти, наверное, тяжелой, то есть и для вас, и для нашей команды, то есть были разные моменты. Но надеюсь, там, если Бог даст, и дальше будем видеться, дальше будем встречаться, то есть там либо на наших мероприятиях, либо где-то на других. То есть поэтому всех всегда рад видеть. То есть для меня это мероприятие, это как я это воспринимаю таким образом. То есть у меня, к примеру, нет возможности всех вас пригласить к себе домой. А вот это мероприятие, это именно для того, чтобы вот со всеми с вами увидеться, то есть там пожать руку, обняться, то есть посидеть там за чашкой чая там, или рюмкой горячительного. То есть, ну, по крайней мере, это то мероприятие, где мы можем все увидеться, все пообщаться, то есть, и вот эта вот вся движуха, она нас объединяет. И вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете меня, то есть нас вот в этом движении, вы приезжаете сюда, то есть, ну, это дорогого стоит, многие приезжают там за большие расстояния, за многие тысячи там километров, как бы, ну, и вам огромное спасибо. Я аплодирую вам. Рускардан. Рускардан, да. Так,